Вон мне мир тем, и духови твоему, и мудрость. Трофимин, глав третий, Господь просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь защититель живота моего, от кого устрашуся. Господь просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь просвещение мое. И спаситель мой, кого убоюся. И мудрость. К римлянам послание святого апостола Павла, чтение. Вон мне. Братья, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Мир тебе, чтущему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость проси, услышим святаго Евангелия. Мир всем. От Матфея святаго Евангелия чтение. Господи, слава тебе. Одиннадцать учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидев Его, поклонились Ему, и иные усомнились, и приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча и соблюдая все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Поем «Иисус во Христа». Милости Твоей молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении рабов Божиих, всех здесь, предстоящих и молящихся. И же всем даровать и все душевного спасения, интересного здравия. Молимся Тебе, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я, как милости человека любит Бог, еси Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, Серафим. Милость, Небо,
Бога Слово, Рождаю Сущую Богородицу, Тя Величай. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всевальных апостолов, первоверховных апостолов Петра и Павла, святых праведных Бога Отец и отниманных всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, мирное житие, здравие и во всем благое поспешение рабом Твоим, всем здесь предстоящим и молящимся, и сохрани их на многое лето. Многое лето, 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 многое лето. В этом водоеме уже мы совершаем крещение 20 с лишним лет, где-то 22-23 года. Почему? Потому что первые года мы на другом водоеме совершали, ходили туда, подальше, здесь 1,5 километра. Там был хороший водоем, но сейчас там плотину прорвало, нет, потом мы здесь стали. И вот, что заметили, сегодня я стоял с братом своим, разговаривали, я говорю, смотри, тучи идут, дождик может быть. Он говорит, да я хоть и снег пойдет, все равно креститься буду. Я говорю, ну, это так. Но вот за все годы у нас ни разу еще не было, чтобы когда мы совершали таинство здесь, и была какая-то непогода. Не было ни разу. Как-то было совсем, тучи находят, кругом черные тучи идут. Это, приходим сюда, начинает солнышко. Сегодня дождь пошел. Но я даже немножко сам думаю, неужели пойдет дождь? Ничего, ну книга намочена. Дождя не было. Это уже 20 с лишним лет так. Значит, что? Господь, видать, нас видит и благословляет. Вот. Воду каждый год освящаем в этом водоеме воду. Детский лагерь рядом, купаются. Как-то санэпидстанция, думали, у вас здесь вода, может быть, там дети заболеть могут. Взяли воду, когда увезли в город на исследование ее. Ну, если нет, какие вредные. Ничего не нашли вредных. Все нормально, вода чистая оказалась. Хотя застойная, она, бывает, когда жарко, она позеленеет, даже сверху тиной покроется. Но никакой заразы, ничего здесь нет. Значит, все чисто. Это исследовали там, вот, сдавали анализы, брали. Живот так. Ну что, всем я вам желаю доброго здравия, наипаще всего духовного, но и телесного. А то, что говорят, в здоровом теле здоровый дух, это неправда. Преступники бывают такие здоровые телом, что он, говорит, быка, говорит, кулаком может убить, а дух никакой, гнилой в нем. То есть это неправильно слово. В здоровом теле здоровый дух. Совсем не, это неправильно. Я видел людей, служил я в Исилькуле, Омской области. Вот, палящая она, значит. Она 20 лет парализована. Только так она может передвигаться на стуле. У нее ноги не двигаются совсем, как плети. Руки как-то скрючены все. Но я никогда не видел ее, чтобы она какой-то была унывающая. Я говорю, самому мне даже когда-то бывает очень как-то горько, печально, так отчаянно. Я пойду с Людмилой поговорю, побеседую с ней, поговорю, и мне становится хорошо, легко.
То есть ободряет даже. Тело-то никакое, а дух у ней такой был. И она корявыми руками переписывала в то время под копирку Евангелие, отдельные главы. Просила меня, что и мать вложит ручку, там карандаш в руку. Она сама не может взять, она и вложит. И она потихоньку вот так вот вводит, вводит, да красиво так переписывала, все переписывала, трудилась. Представьте. То есть тело у нее никакое, но дух у ней очень бодрый был. Поэтому я желаю, чтобы дух у вас всегда был добрый. Будете ветшать телом, но чтобы духом всегда молодели. Аминь. Сейчас идем в храм. Батюшка, крещаем, да. Крещаем их, то и там, значит, таинство причастия будет. Игнат Тихонович, хотите слово сказать? Дадим ему слово. Большое вам наставление на будущую жизнь. В прошлые годы у нас приходили почти 100% те, которые ходили на занятия в университет. Но постепенно все это закрыли, из Москвы указание пришло, всех выселили, всех, не меня только одного. Ну вот пришло, наступило другое время. Вот люди, которые пришли, начиная с крайнего и до последнего. Все это через интернет. То есть паства пошла интернетная. У нас принято постановление, церковное правило, по интернету не знакомиться молодежи. Потому что обман сплошной идет. И, ну, нехороший. Но получается так, что невеста нашла себе жениха Христа через интернет. Я напомню, что изобретатель интернета Тим Бернерс-Ли, то есть Тимофей, и он сейчас еще живой. Помолитесь за него. И мобильный телефон Мартин Купер изобрел. Эти люди, которые тогда звонили и говорили. И еще, когда вам попали в руки книги, книги было бы мне намного труднее составить, если бы пришлось перепечатывать библейские тексты. Но есть библейский поисковик, чрезвычайно удобный, с канонами все. И его составил вьетнамец, учится в университете на горах, там Ленинских где-то, Тимофей Ха. А так как он сильно помогал, то есть его поисковик помогали, я попросил найти мне, и Витя Петеримов его нашел, кто он такой. Но я ему все книги, что мог, все выслал. Но самое-то главное, кого я назвал, все они не православные. Из-за чего? Потому что православные не проповедовали. Приехал в Москву, православный город, центр, а попал протестант. Еще тут непонятно-то, кто работает. А так что будьте благовестниками. И большая просьба, никого не бойтесь. Потому что с нами Бог, покоряйтесь, говорит, языки. Да их много, а нас мало. Большинство там, где Бог. В добрый путь. Спаси Христос. Спаси Христос. Давайте поздравим. Сейчас общий снимок. Поздравить. Стойте пока. Спасибо. Уже братья не просто поверили, уже в церкви. Дай Бог вечной жизни. Помолитесь за мне грешным. Поздравляю. Помолитесь за мне грешным. А хоругви берите, братья. Игорь, бери хоругви. Давайте. Молите Бога о нас. Молите Бога о нас. Так, это, братья, разворачивайте, подождите, вот сюда, 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 вот
Сюда поверни, лицом сюда. Во-во-во-во, посередке батюшку поставьте. А фотографы тут подойдут и снимут. Расположитесь на полу. Сердце на другие, там можете разуться на скамейке встать. Подрузья, подрузья становятся. Второй ряд на скамейке встаньте. Все, вот здесь, справа, слева. Дети впереди кружат. Так, деточки, встаньте сюда. Возьмите каждый себя одного. Там малые дети, если есть, пусть пройдут, иначе их там не видно будет. Так, вы далеко стали, братья, как-то покучнее немножко. Фотоаппарат не может забрать вас. Даша, закни пайка на снимку. Давай, Андрей, расстарайся. Побольше снимка сделать. Не, мы это сделаем, просто их не видно. Я? Ну, надо тогда снимать. Кто? Я на свой не переживаю. Сергей, где он у меня? Сергей. Давайте. Или нас, скорее снимай. Так, подождите туда. Там я где-то здесь. Куда мне встать? Ты снимка, да, сделай, да иди сам тоже встанешь. Так, давайте общий. Только на тот крайний сторон. Да, вот сюда можете, а туда не становитесь дальше. А то будет вырыться. Даша, не ходи. Не ходи, упадешь. Ребят, дойди, пожалуйста. Сергей. Видишь, да? Смотри, не шагай, вы оба упадете. Нет, родись так. Безопасно. Немножко шейки вытяните, пожалуйста. Шею вытяните. Любовь Николаевна, подходите ближе. Чего? Подходите, подходите. На полуоборот. Подходите, чего? Добрые лица, можно? Добрые рубли. Спасибо большое. Фотографа надо слушать, как парикмахера. Куда повернет, туда и смотрит. Вообще обрежет. Так, Володя, иди туда и там снимать. Угу. Ну, остальное уже сейчас расходится, чуть-чуть поснимайте, тут что тронулись, и потом только там. Ладно. Наиценнейшее будет там, в съемке. Все дружно идем. Ну, придется... Может, Крести хочет в лагерь забрать свой. Успеет он? Иди вот велосипед. Только мне, чтобы открыть, там взять. Где в лагерь? А там что открыть? В этом, на кухне в сумке лежит. Ну, давайте я с ним быстро сейчас на велосипед.